9 апреля на базе детской и юношеской спортивной школы Невельска проходил 5-й юбилейный открытый турнир Невельского городского округа по спортивной борьбе на призы компании «Горняк-1», которая всегда выступает основным спонсором этих соревнований. Проявить твердый характер и волю к победе на турнир приехало 90 спортсменов из Анивы, Шахтерска, Южно-Сахалинска, Тымовска, Ноглик, Корсакова и Невельска.